владелица и дизайнер торговой марки Алла Френкель, победитель номинации «Дизайнер года 2017» Алла Френкель! Соучредитель театра мод нижнего белья Алла Френкель, коммерческий директор Екатерина Гонзи. Соучредитель салона «Тамастер» Руслан Платика. Флорист, дизайнер, основатель цветочной мастерской «Сакура Флаврос» Юлия Майданюк. Одесский автор книг Артур Дас. Директор юридической компании, адвокат Георгиева Ирина Павловна. Кстати, выбор на Георгиеву Ирину как на члена жюри неспроста. Юридическая компания «Адвокат» в лице своего директора является ведущим специалистом в сфере авторского права. Компания «Адвокат» помогает творческим людям, артистам и музыкантам регистрировать свои права на создание произведения, а также ведет юридическое сопровождение артистов и музыкантов при заключении контрактов, организации концертов, получении артистами разрешений на фотосессии, видеоклипов, рекламных роликов. Поэтому честность и прозрачность сегодня конкурса в надежных руках. Владелец туристической компании Holiday Omar Harshid. Его, к сожалению, пока нет с нами, но обязательно к нам присоединится. Соучредитель спа-салона Luxury Thai Spa Семенова Вера Владимировна. Одесский модный дизайнер Наталья Кравченко. Еще раз попрошу ваши аплодисменты нашему жюри. Давайте, дискуссия. Сегодня на них выпала сложная миссия, им придется вершить судьбы наших участниц. Но пока наши девчонки готовятся выйти на сцену в купальниках от торговой марки «Алла Френкель»,